Не только Battlefield 2042 демонстрирует резкое проседание активной аудитории. У другого крупного шутера прошлого года тоже проблемы. Речь о Halo Infinite. На мультиплеерный компонент творения 343 Industries возлагались большие надежды, но, к сожалению, пиковый суточный онлайн в Steam уже снизился на 94%. Если в первые дни в новинку играло в районе 270 тысяч человек, то теперь хорошо, если на серверах набирается 20 тысяч. Статистически, конечно, ситуация у мультиплеера Halo значительно лучше, чем у Battlefield. Игра DICE уступает в 6 раз и теряет аудиторию ощутимо быстрее. Но все-таки не на такое рассчитывала Microsoft. Да и пользовательские оценки стали снижаться. Игроки жалуются на отсутствие контента, обновлений и слабую техническую поддержку. Рейтинг опустился до 65%. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 16 февраля 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Выстрелившая подводной выживалкой Subnautica студия Unknown Worlds Entertainment занимается новым проектом. Команда в прошлом году перешла под управление компанией Krafton, создавшей PUBG Battlegrounds, и, как выясняется, трудится над пошаговой игрой под рабочим названием Project M. Действие развернется в научно-фантастическом сеттинге. Проект следует схеме «Easy to learn, hard to master», то есть «легко научиться, трудно стать виртуозом». Прицел авторы взяли на компьютеры и мобильные устройства, а в ранний доступ игра отправится уже в этом году. Очевидно, студия решила поэкспериментировать с новым для себя жанром, и вряд ли это значит, что сиквел Subnautica стал ей менее интересен. А если вы ищете классную фэнтези-игру, которой можно будет наслаждаться на смартфоне, то мы рекомендуем «Хроники Хаоса». Она полностью удовлетворит ваше желание окунуться в притягательный сеттинг, наполненный монстрами и героями, в любой момент времени. В отличие от игр, которые требуют долгих и кропотливых часов прохождения, которые есть далеко не у каждого, «Хроники Хаоса» и их мир «Доминион» дадут вам заряд удовольствия и снимут стресс, даже если все, что у вас есть, лишние 10 минут в перерыве между работой. Это онлайн-РПГ с полусотней крутых героев, каждый из которых обладает собственными навыками, а ваша задача — подбирать победоносные комбинации. Вместе с увлекательной сюжеткой присутствует еще 5 режимов. Лично нам очень зашел режим «Бесконечная башня», в которой можно получить крутой буст для чемпионов. Но даже с ним нам не удалось победить Гидру, так что нужна ваша помощь. И, между прочим, в «Хроники Хаоса» играет уже более 100 миллионов человек по всему миру. Хотите тоже? Сканируйте QR-код, который видите сейчас на экране, и прямо сейчас заберите 5 топовых героев, а вместе с ними 600 изумрудов и 30 тысяч золотых монет. Ждем вас в «Хрониках Хаоса». Финская студия Remedy отчиталась за финансовый год, и можно уверенно сказать, что дела у нее идут в гору. Выручка растет, новые проекты разрабатываются, будущее вроде как светлое. За прошлый год было заработано 44 миллиона евро. Это на 9% больше показателей 2020-го. Control продается хорошо, вышедший в октябре 2021-го ремастер Alan Wake, видимо, тоже в грязь лицом не ударил. А на днях вышел шутер Crossfire X, созданный в сотрудничестве с Microsoft. Remedy в нем занималась одиночным режимом. При этом, если сингловая кампания стоит денег, то мультиплеер бесплатен и открыт для каждого. Впрочем, с платной частью игры возникли проблемы. В первые часы она почему-то просто не скачивалась, а когда Microsoft разобралась с этим, игроки стали негодовать уже по другим причинам. Многие жалуются, что объекты в Crossfire X перемещаются рывками, что тут миллиард багов, а также ужасная механика прицеливания. В конечном счете игру попросту назвали катастрофой, а на Reddit сейчас стремительную популярность набирают посты, в которых описываются всевозможные проблемы. В общем, и тут у Microsoft что-то не задалось, но на деятельность самой Remedy это никак не влияет. В дальнейшем она займется производством сразу 4 крупных проектов. Первый — сетевой боевик под рабочим названием Vanguard. Его спонсирует китайская корпорация Tencent. Игра создается на Unreal Engine и будет условно-бесплатной. Второй — Condor. Это кооперативный шутер во вселенной Control. Третий — продолжение самой Control. А четвертый — хоррор Alan Wake 2, который был анонсирован в декабре прошлого года. Все 4 игры планируется выпустить до конца 2025 года. Руководство Remedy видит, что работа студии пользуется приличным спросом и закономерно повышает нагрузку, чтобы увеличить оборот. Но как бы это ни дало обратного эффекта, а то неудачный запуск Crossfire X станет для финнов закономерностью. —
Тем временем издательство Take-Two собирается выпустить продолжение «Макса Пейна», первые две части которого делала как раз Remedy. И это не единственная франшиза, которую намерена возродить компания. Недавно Take-Two представила финансовый отчет. Информацией о GTA 6 ее руководство делиться не спешит, но смутно намекает на возвращение другой интеллектуальной собственности Rockstar Games. Штраус Зельник во время встречи с инвесторами заявил буквально следующее: «У нас самый сильный и разнообразный набор интеллектуальных собственностей за всю историю нашей компании, состоящий как из новых франшиз, так и сиквелов успешных проектов прошлого». После чего Зельник продемонстрировал слайд, на котором красовались обложки Max Payne 3, LA Noire и Midnight Club. В прошлом выпуске игровых новостей, к тому же, мы рассказывали о продолжении Bully 2, которое уже давно находится в разработке. Видимо, в ближайшие годы Take-Two начнет активно засыпать нас всяко-разными продолжениями. От новой Bioshock до возвращения Макса Пейна. Поляки из Techland выпустили на днях Dying Light 2 Stay Human и, наконец, развязали руки. Впереди теперь несколько лет поддержки проекта и создания какой-то новой крупной игры. Помнится, именно из-за загруженности компания то ли отменила, то ли заморозила производство сиквела другого зомби-боевика — Dead Island. Он был официально анонсирован еще в 2014-м, но Dying Light Techland сочла более перспективным вложением. Однако, как говорит авторитетный инсайдер Том Хендерсон, на самом деле Dead Island 2 выйдет, разработка ведется. Повторный анонс должен состояться уже в ближайшее время. Если верить Хендерсону, авторы готовят для демонстрации геймплей, который по духу очень напоминает оригинал. Релиз вместе с тем состоится относительно скоро, либо в конце этого года, либо в начале следующего. Вероятно, основная часть работы легла на плечи не Techland, а специально нанятой для производства Dead Island 2 студии Dambuster. На PC, PS4, Xbox One и Xbox Series вышла приключенческая игра Know by Heart, она же «Помни». Это новая игра российской студии Icepeak Lodge, больше всего известной по Моро. Как обычно для этой команды, новинка привлечет только ограниченную нишевую аудиторию, но определенно понравится всем, кто любит что-нибудь концептуальное и атмосферное. «Помни» рассказывает о встрече друзей детства в провинциальном российском городке, где время замерло. В Steam игру усиленно хвалят. Другая российская команда Sever Games вместе с издательством 101XP отправила в продажу игру The Life and Suffering of Sir Brante в версиях для консолей обоих поколений. На компьютерах она появилась еще год назад, мы про нее неоднократно рассказывали и даже стримили. Здесь нам рассказывают историю о безжалостном мире, жестоко карающем за нарушение его законов, и о человеке, бросившем ему вызов. Мы проходим путь героя от рождения до самой смерти и в процессе создаем личность, способную изменить свою судьбу, правда, заплатив за это надлежащую цену. Изначально главный герой — простолюдин, который вступает в борьбу против закостенелых порядков и устоев, чтобы стать настоящим наследником рода Бранте. Это борьба длиною в жизнь, и нам постоянно нужно принимать решения, которые влияют не только на главного героя, его семью и близких, но и на целое государство. И еще одна новость из отечественного геймдева. Издательство «Алавар» объявило, что 3 марта выйдет адвенчура «Beholder 3». Правда, хоть и технически проект создается на деньги российской компании, но на этот раз делают его немцы из Paint Bucket Games. Авторы оригинальной дилогии «Warm Lamp Games» в разработке не участвовали. По сюжету, главного героя Beholder 3, трудившегося в министерстве, подставили. От тюрьмы спасла сотрудница службы безопасности. Теперь персонаж работает на нее. Шпионить придется и за арендаторами в многоквартирном доме, и за чиновниками в министерстве. Тем временем, маленькая американская студия E-Line Media сообщила, что начинает готовить продолжение платформенной головоломки Never Alone. Проект находится на стадии препродакшена. Оригинал появился в 2014-м и стал весьма успешным относительно своего размаха. Рассказывал он историю Нуны и Песца, отправившихся в эпическое путешествие, чтобы найти источник непрекращающейся метели, которая может разрушить весь известный им мир. Критики хвалили игру за то, как она в красках демонстрирует необычную культуру инуитов. В производстве поучаствовали около 40 старейшин племен, рассказчиков и членов сообщества Аляски. GSC Game World собирается в ближайшее время выпустить какое-то новое видео, посвященное Stalker 2 Heart of Chernobyl.
Игра последние месяцы обрастает большим количеством вопросов, связанных то с переносом даты выхода, то с желанием разработчиков добавить NFT-предметы. Среди аудитории атмосфера явно накалена. Многие выражают сомнения в успехе проекта и в том, что команда сдержит обещание довести второго сталкера до релиза к концу года. 20 марта оригинальному сталкеру исполнится 15 лет. Возможно, именно на этот день готовится презентация. Оказывается, в Horizon Forbidden West предусмотрен важный игровой элемент, о котором сами авторы ни разу не упомянули. Судя по всему, они специально держали его в секрете до последнего. Но благодаря обзору от китайского издания, который был случайно опубликован раньше времени, стало известно, что в Forbidden West появятся летающие машины. Они позволят Элой исследовать границы постапокалиптической Америки с высоты птичьего полета. Количество этих парящих маунтов неизвестно, но вначале будет солнцекрылый зверь, который будет бродить по высокогорным районам. Зверь питается от солнечных батарей, которые размещены на крыльях, а его тело будет покрыто щитами. Он обладает дальнобойными атаками и способностью стрелять плазменными снарядами из пасти. Сами же разработчики продвигают игру, судя по последнему трейлеру, красочными кадрами, где главная героиня ныряет в ледяную воду в легкой жилетке и дырявит деревянными стрелами и копьями многотонных роботов. Летающие штуки тут тоже показаны. Сами по себе роботизированные птеродактили в секрете не держались. Их Guerrilla Games демонстрировала еще в 2020-м, но никто не знал, что на них можно будет полетать. В Zero Dawn, напомним, тоже были маунты, но исключительно наземные. Релиз сиквела состоится 18 февраля. Кстати, предварительные загрузки уже начались. В случае с версией для PlayStation 5 требуется загрузить 98 гигабайт данных. Версия для PlayStation 4 чуть менее прожорливая, ей хватит и 90 гигабайт. Если ваш интернет-канал передает вам привет из 2010-го, то у вас есть возможность сэкономить время, чтобы насладиться релизом прямо в момент запуска. А что вы ждете от новой Horizon? С радостью почитаем ваши комментарии. Также подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.